Вижу мир. Интересные факты. Сингапур. Национальный цветок Сингапура – орхидея вида мисс Жоаким, которая цветет круглый год. Этот красивый цветок стал символом страны как знак стремления сингапурцев к прогрессу. Сингапур – это город, столица и государство одновременно. В стране очень высокие штрафы. Например, за плевок на землю, курение в общественных местах, разбрасывание мусора, употребление пищи в транспорте, переход дороги в неположенном месте полагается штраф от 400 долларов США. Сингапурский флайер – это самое высокое колесо обозрения в мире. Его высота составляет 165 метров. В хорошую погоду с вершины открывается потрясающий вид на город, а само колесо обозрения видно с некоторых островов Индонезии и Малайзии. Поделись этим видео с друзьями и не забудь подписаться на канал. Будьте осторожны при просмотре. Подписавшись на канал, вы рискуете узнать любопытные факты.